Уникальное судно США впервые вошло в Черное море. Судно способно размещать на борту пехотный батальон или другие подразделения среднего размера со штатной техникой, включая танки М1 «Эйбрамс». В Черное море вошло высокоскоростное десантное судно военно-морского флота США «Усмс Гарсон Сити» «ТИЭП-7». Это первое судно типа GHSV, что прошло Босфор и зашло в Черное море, передает в четверг, 16 августа, Милинуа. Отмечено, что суда типа GHSV являются многоцелевыми, предназначенные для работы в мелководных портах и фарватерах, могут осуществлять гуманитарные миссии, переброски войск, грузов и военной техники. Корабль способен размещать на своем борту пехотный батальон или другие подразделения среднего размера со штатной техникой, включая танки М1 «Эйбрамс». Главным судном серии является «Усмс Спирхед» «ТИЭП-1». Оно было введено в состав ВМС США 5 декабря 2012 года. Последнее, «Усмс Берлинтон» «ТИЭП-10», недавно завершило испытание и готовится к передаче ВМС США. Напомним, ранее американский эсминец вошел в Черное море. Перед этим сообщалось, что в Одессу прибыли 6 кораблей НАТО. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS.TMICORRESPONDENT.NET. По материалам сайта newsgro.com.